вот так вот простоял пару дней и вот так вот потаяло, что вот-вот сейчас, короче, она грохнется, можно сказать, да? Вот еще тут надо переехать срочно сейчас, да? То есть висит на честном слове, как говорится, да? Вот так вот. О, и задок тоже самое, капец, да. Вот так вот, да. О. Нормально, да? Ага, нормально. И задок тоже самое вот. На льдинках стоит. Ох, ё-моё, это за двое суток вот такая вот оттепель идет. Весна, что там говорить. Ну что ты, Гена, что расскажешь? Колбаски уже тебе надо дать, да, Ген? Колбаску хочется, да? Сейчас дам, давай. Все, почищу и дам. Это мы идем по макушке такого небольшого перевальчика. Вот такая вот красивая долина открывается у нас, вообще капец. Конечно. Даль. Здесь у нас даль. С этой стороны горы. Туды. Слева и справа. Короче, как переправа ледяная подходит к завершению, так и встречных машин, которые идут на Якутск, тоже заметно сократилось. А идут одни десятчики, которым еще пока там проезд разрешен. Как разрешен? 10 тонн повесили, но они как раз проходят. Да, горки потихоньку становятся серые. Это уже весна наступает, короче говоря. А у нас тут малость вот такого рая, короче. Ну, рай, я имею в виду, вот асфальт, это для нас рай настоящий. Ну, недолго мы радовались, и уже через 200 метров обратно начинается джерды-берды, блин. Вот так вот. Хорош кайфовать. Ну, ровно 3 минуты, короче, побалдели. Теперь обратно будем трястись. Километров так это 50. Тут укорчевывают все, дорогу расширяют. Строительство. Капитализма идет полным ходом, короче. Это не коммунизм строит, это капитализм строит. В смысле в том, что сначала за твои бабки построят, а потом ты еще будешь платить им. Вот. Ой, блин. Так вот. Фильтра забиваться будут конкретно. Вот пылища начнет вступать на роудру. Вот смотрите, как все едут аккуратно, потихонечку. А это вот летун. 777 регион. Он ехал, болтал по телефону. И тут вдруг его осенило что-то и полетел, короче, да. Как вот это называется? Не знаете? Ой.
Все мы знаем, как это называется. Я с юных лет гулял такой, как все. Мечтал я вместе с ветром мчаться по шоссе. И автомагистраль манила вдаль меня. И дальнобойщиком я вскоре стал, друзья. Я мучаюсь от холода, меняя колесо. А стало им экологом, путем бы вышло все. Когда еще был мальчиком, мединститут бы мне. И деньги бы в карманчике, и руки бы в тепле. Но вышел в рейс и сразу понял, все я тут. Не развлечение, а мужской струн и пруд. И в зной, и в стужу, и в разрыв, и в гололед. Мне по дорогам колесить из года в год. Я мучаюсь от холода, меняя колесо. А стало им экологом, путем выручил все. Когда еще был мальчиком, мединститут бы мне. И деньги бы в карманчике, и руки бы в тепле. На трассе 400 метров мусора. И денег хочет снять бандитское право. Да под колеса лезут гады на пролом. Камила Хмака, так Шумахер за рулем. Я мучаюсь от холода, меняя колесо. А стало им экологом, путем бы вышло все. Когда еще был мальчиком, мединститут бы мне. И деньги бы в карманчике, и руки бы в тепле. Уходы усталили кочки на пути. А если встанешь, тогда помощь не найти. Лишь предо мной моя бескрайняя страна. Одна дорога у меня, всего одна. Я мучаюсь от холода, меняя колесо. А стал бы гинекологом, путем бы вышло все. Да еще бы мальчиком, мединститут бы мне. И деньги бы в карманчике, и руки бы в тепле. Я мучаюсь от холода, меняя колесо. А стал бы гинекологом, путем бы вышло все. Когда еще был мальчиком, мединститут бы мне. И деньги бы в карманчике, и руки бы в тепле. Заканчивается супердорожка. Прошли мы Соловьёвск. Несложно жить. Не знаю я, что делать. Вот так вот. Поднялись в гору и... Фу, можно вздохнуть. Ой-ой-ой-ой. Кажется на дорогу. Ой, так. И белый снег, ночная пустота. Ведь в нашей жизни все не слава Богу. И лишь мечту спасает красота. Забыть нельзя, вернуться невозможно. Можно сказать, да ну на! Ну все, чё? У нас на заднем такой сковородино, невер. Шу-шуть. И приезжай. Самолет валивает. Да, не видно, наверное. Один пошел, да, второй пошел. Короче, на Владик все идут.
запада на восток все двигаются. Не знаю, вот видно или нет его. Находимся мы обратно в Большом Невере, вышли на большую дорогу, стоим в сторону Хабаровска, Владика. Вот такая вот температура у нас за бортом, и в порту, и за бортом тепло, да, весна, крестьянин торжествует, да? Вот так вот, тут все тепло. Только мы вот такие вот, как свинтусы, как говорится, свинья везде грязь найдет, да, типа того. Боже мой, ай-яй-яй-яй. Вот так вот. Стоим, тарабаним, вот еще коллеги тормознулись. Вот такой вот, с роставнями. Ну, контейнер. Мы чистые аж до невозможности. Ё-моё. Так, колёсики менять будем. Вот эти вот колёсики уже в кузове. Во, на кого похожи. Вот так вот. Ну, фонари помыли, конечно, да. Всё нормально. Вот так вот. Такие вот мусорки есть, чтоб мусор бросать. Так. Колесики вроде все нормально. Ну, поедем дальше. Опа. До дома, до хаты. Все у нас уже бурчит. И поедем. Пока будем двигаться в сторону Хабаровска. Ну а у нас видимость совсем упала, короче, из-за дыма. То есть если еще метров 100 видно было, уже метров 50 видно. Это вообще. Ой. Тайга горит, да. Оба, 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 оба. Раз только. Откуда выехал, да? Тут еще и как раз темнеть сейчас будет. Походу вообще интересно будет. А в таком дыме даже и спать не встанешь, да? Ты что, елки-палки, не уснешь, ё-моё. Или уснешь и больше не проснешься, ё-моё. Да? Ну. А вот там где-то очень сильный дым поднимается, да, видать? А, во-во-во-во-во-во, горит, 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 видно, видно, где горит. Вот она горит, все. Ага, а вот там еще сильнее дым поднимается где-то. Там, видать, тоже горит все. Вот так вот. Так, ну вот на пути следования. Вот, ха-ха, встретили, короче, обратно Рэма. Рэм с Владивостока идет на Якутск. А мы на Хабару, короче, пока движемся. Вот такие вот мы все тут в огоньках, ё-моё. Красивые, да. О, Ванюха, здорово. Здорово. Нормально? Чё он там включил, говорит? А чё случилось? Чё, говорит, огонь? О, челленджеры стоят, затаренные, минваты. Капец. Батура большая, позволяет брать такой груз. Там и бури проехали. И двигаемся вот так вот дальше. Газу, да, газу.
пошли на взлет. Это вот на мойке мы стоим. Вы представляете, это что после Якутии? Какого цвета автомобиль, да? Какого цвета мотор? Ничего не понятно, короче. Сейчас будем отмываться. Вот. Боже мой. Ой-о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 й. Капец, блин. Ой, завтра надо будет заниматься машиной. Немножко смазку делать, колесики менять. Поэтому надо заодно сразу его отмыть, короче, да. Там будь что будет. Там дождь, снег, грязь. Ну, надо мыть, короче, его. Вот так вот. Вот такой вот он грязнючий. А, уже отбил, да? А, чуть-чуть. Ну, ладно, все, не будем мешать пацанам. Вот так вот. Ой, диски, ё-моё, капец.